Приветище. Значит, поступило предложение. Никого не щадить. Всех есть. И отрастить себе пузо. Ну что ж, я, в принципе, не против. Так что объедаемся. Едим все, что под руку попадается. О, даже цыплят. Давай вот. Цыпленочек, цыпа-дрипа. Будем комбинировать. Значит, яичечко, цыпленочек. О, подросли немножечко. Переходим на крупных кур. Чик-чирик, корлык-кур. Не понял. Петух. Хотел поиграть, а получил две филеечки. Интересно, а яйцо так получится разбить? Ага, фиг с маслом. Давай лучше филеечками отведаем, посмотрим, сколько к росту прибавить. Нормально так поел. Уже с полумбара, ты посмотри. Значит, продолжаем нашу с тобой обжираловку. Прям целую курицу заживал. А шметочки тоже подберем. Ого, жбанчик уже поддавливает. Маловат амбарчик стал. Мясо съедено, пришло время отведать сено. Фига сено к росту добавляет. Да я сейчас по-быстрому. Ой, щестермеешь, бельмеешь. Что такое? Фига я крышу как снес. Знатненькое сенцо. Стенам бара. На кой черт они вообще сдались? Выкинуть их надо. Только сковывают мои движения. Офигеть, свинки. Ружье! Это я что, фермера пришиб, что ли? Где эта пукалка? Не вижу ни черта. А, вот она. Оу, я еще и стрелять с них могу. Эй, Вася, накрывай на стол. Господи, это ружье держу как сигаретку. Это, как там это? Полицай это делает. Руку под руку, метимся. И что-то нифига не попадаю. Даже свинтуса не могу. Все, патрики закончились. Где тут свин был? Иди сюда ко мне, пупчик. Ага. Оп. Легким движением руки превратил его в отбивную. Капец, мне еще хавать и хавать до 6 уровня. Жеваные стены! Елку снес. Прикольно. Сенце, иди сюда. Блин, ну сено прибавляет, конечно, бомбически. Оу! Вот это я атлет! Вот это я мощный пуляльщик. Посмотри на мою тень. Вот это у меня пузо там. Дверки амбаром. Берем и метаем вон фермера. Черт, не докинул. Тогда камнем. Да что ж меня все косит-то? Деревья кто-то повырывал. Ну все, фермер. Моли пощады. Ты посмотри, а? Он неубиваемый, все мимо него летит. Да как так-то? Ты че такой божественный-то? Ой, еще один амбар снес. Ну, как так-то вообще? Ты чё такой бессмертный? Иди сюда, ты задрал, короче, меня. Сетерайк, мазакакер. Был фермер и нет фермера. А вот ствол-то мы его возьмем. Эй, у вас овущили на охоту щемитесь, ёлки-палки. Как медленно летят патроны. Интересно, получится ли фермера попасть? Лучше кончилась зажигалка. Лежаки лежат. Ты посмотри, чувак с деревом целуется. Так, это дерево я конфискую. Господи, что ты делаешь, чувак? Хватит пол нюхать. Людишечки. Оооо, все, пошла жара. Коктейльчики ваш тоже съем, бутер тоже съем. Да че уж там, и елку съем. И две съем, и три, наверное, съем. О, господи, меня как будто целый год не кормили. Ну-ка, камень пойдет? Не, камень не пойдет. Ну, конечно, зачем мне камень в почках? Ой. Божечки, я там что-то кому-то плохо сделал. Эу, фермерща. Свинка. Захаваем. Ну, все. Поперло. Пошла вода горячая. Сейчас 6-й левел будет. Сейчас еще подрастем с тобой. Ну, чуть-чуть осталось. Вот кустик. Еее, Опа. Вы че, гномы, совсем попутали? На кого лезете, э? Я же Кинг-Хонг! Я вас тут всех сейчас подавлю елкой! Получай! Офигеть, они шмаляют жестко! Это я опять к той военной базе подошел, которая меня в прошлой серии грохнула! Ах вы шайтаны! Сейчас я вот эмочку возьму. М4А1. Получай! Косю, ой, косю!
Хедшот, один готов. Куда побежал? Чё, не ожидал, что у меня будет ствол, да? Кому-то в кастрюлю эмочка прилетела. Трупики. Трупики поедаем, чё, они зря гнить будут. А ну, иди сюда, засранец усатый. Схомячили его. Всё, военная база осталась без защиты. Доедаем померших. О, мирные жители загорают. А нет, тут военный один. Загорает, коктейльчики пьют, бургер поедает. О, у меня тут свои бургеры. Деревянные, мясистые. Слушай, ну походу все, я уже больше не вырос. Это мой максимальный рост. О, мощинка! Я про нее совсем забыл. А это что за дед стоит? Я возьму у тебя тачку погонять, ага. Би-би-би-би-би. Опс. Сорямба, чувак. Я не хотел этого сделать. Скорую, срочно, тут деду плохо. Блин, ну его уже не спасти. Закроем ему глаза. Надеюсь, ты попадешь в рай. А, не-не-не, погоди. Ты попадешь точно и наверняка в Вальхаллу. Я похороню тебя, как настоящего викинга. Сплавлю тебя по реке. Ты готов? Ты всегда готов. Прощай. С русалками там только не заигрывай. А я пойду еще поищу военных баз. О, амбарчик. Какой миленький, красивый. Да что? Капец. Чё ж я такой неуклюжий, прости, фермер. У тебя кони там есть, можно я посмотрю? Ты же, наверное, не против будешь, да? Ой. Дверку поломал. И загон свиней тоже поломал. Ну, это чисто случайно вышло, я не спецом. Эту стеночку мы уберем. Она тут мешается. И чё вы стоите, чё вы не бежите? Я вам свободу подарил, стенки убрал. Может быть, вот это мешается? Иго-го, иго-го, вот так вот, и убегаем, мы убегаем. Свинки, свинки, им тоже помочь надо. Бегите, свиньи. Тут ты, ну ты, лошадь пьяная, забор сломала. МЧС, пищи... На помощь. Уже некого спасать. Осталась только отбивная. Ну, а раз такое дело, чё и пропадать? Все съестся. Ну чё, конягулы? Коня мне в ангар, ты ж её схавал. Ты посмотри, что ты с ней сделал. Кусок мяса остался. Нечестивый конь. Вместе с солнцем уйдет за горизонт. А этого, ну чё, сидим. Сидим, чё с ним еще делать-то? Сенцы. Кто это стреляет? Я не понял. Вечер на дворе, кто это шалит? Чё за Васи? Понять не могу, откуда стреляет. Сейчас найду этих паразитов. Поймаю, зажарю и съем. Где они? Опс. Инженеры случайно защип. Извини, усач, я не хотел. Патроны вон оттуда летят, смотри. В кого они стреляют, интересно? Инженеры, вас походу разыскивают. Вас стреляют. Надо валить отсюда, а то еще пристрелят к чертовой бабушке. Надо придумать укрытие. Во-во-во, спрячусь за дерево. Вот так вот, все, я замаскировался. Откуда, куда стреляют? Погоди, патроны в меня летят. Это в меня, что ли, стреляет? Ах вы, желуди недоросшие, несаженные. Да я вам сейчас эти пуколки сверну и затолкаю в одно место. Это что, охотники, что ли? А, это охотники, я-то думал военные. Значит, на меня охоту объявили. Пора. Ракета прилетела? Откуда ракета? Да ну нафиг, какого лешего ракета в меня пуляет? Я же ничего плохого не сделал. Ну подумаешь, полпланеты сожрал, ну и чего такого? Ребят, вы что тут делаете? Загорать уже поздно, уже ночь на дворе. А это мороженка. Нет, это хот-доги. Можно я у вас палатку с хот-догами схаваю? О, шикарно. Да что ж такое-то, со всех щелей пуляют. Позавтракать нормально не дают. Мадам, вы такая симпотная, можно я... Фига себе симпотная, у нее ствол в руках. А ну выкинь ствол. Ну, сама виновата, не хотела ствол скидывать. Ой, опа, танки подъехали. Можно я у вас коктейльчик свистну? Пока она не палит меня. Мамочки, как я увернулся, круто. Танчики, танки, листы. Сейчас подберемся к нему поближе. И поиграем с тобой в танчики. Да что ж такое, дерева не хватается. Надо же обезоружить в начале танкиста, правильно? Вот так вот ему по башне, нафиг. О, я его так могу смотреть. Башня осталась.
Это что, я с нее стрелять могу, что ли? О, шемитесь, семеро! Я объявляю войну! Капец, это как громко! Ууу, да тут военная база! Та-дах! Бабах! Сейчас разнесу все в щепки нафиг! Вот, блин, патрики кончились. Ладно, идем в рукопашку! Зяву-дяву!